теперь непонятно, что снимать, машину или дерево. О, дерево, вали, вали, вали. Все. Такая картина тут. Валерий мешает. Тут, видите, правильно машина построена. Через мост лебедка, да, идет? Все по-взрослому, в Литве строили машину. Там ребята знают как. И обрати внимание, защита какая-то, видишь? Тоже правильно. Где? Стоит такая, да? Которая у Олега? Тут деревья мешают уже. Да, ямище просто нереальное. Заменить масло будет хорошо. Руска, я тебе за 100 евро хорошо сказал. Хорошо. Ну бы дальше отъехать и ровно встать. Дима, сдай назад, Дим, назад чуть-чуть сдай. Стоп, Дима, сдай назад. Да два оборота сделал. Давай за дерево, там уже хорошее. Все, Дим, уезжай. Да. Нет, один раз. Одеть слева, пожалуйста, подними. А это тоже учится? Да, давай, да, Егор. Да. Друг другу помогают. И морозец. Ладно, давай, давай. А видишь, клюс на переднем мосту стоит. И оно лучше. Что... Поднимает мост. Так, друзья, тут ТР-3. ТР-3. Не знаю. Ну, тоже весело. Помогают ребята друг другу. Это Паджеро. Первый. На 33-м Богере всего-навсего. В ТР-3. Не просто ему. Игорь его своей лебедой тащит. Тут, я так понимаю, ходом проходят машины посерьезнее. А нет, просто он мешал ему пройти своей лебедой, он тащится. Такая жесть конкретная. Ну, на две машины яма сделана. Тянись, не перевернется, тянись нормально. Колесом. А там колесо тоже в воздухе, да? Да, для такого класса автомобиля сложновато немножко. Оно за счет задних не перевернется. Боятся, машина крен ловит, колеса оба передних отрываются.
Да, такая жестячок полный. Очень сложно этому автомобилю свес. Хоть и убран максимально спереди, но... Пусть подымется. Да, это... Почти непреодолимая задача для этой машины. Лопату надо. Дерево опасное, оно сухое. Теперь непонятно, что снимать, машину или дерево. Там чувак еще подошел. О, дерево, вали. Все. Нормально. Все, здравствуют лесорубы. Дерево закончилось? Дрова на шашлык есть. Слышишь, бери зато большие, вправо. И ребята, зато вправо. Что? Уже раздуто. Так, упало дерево. Упало дерево большое. Ты можешь включить передачу? Копнуть надо лопатой. Уже давно можно было срыть. Заход сделать. Ваня, осторожно. Вот это бешеный пилот. Молодец, ты красавчик, да. В следующий раз глубже на метр делай. Да. Нефиг тут, да, расслабляться. И так им тяжело. Ну, чтоб все так не лебедились, понял, в следующий раз? Где такая ярость? Здравствуйте, здравствуйте. Почему они не подрываются? Я не знаю, лопату надо было взять, да? Да, сейчас. Сейчас выломаем. Сейчас может быть экшен. Сейчас может быть экшен в любой момент. Она рамой, видишь, уперлась впереди уже. Но близок был, не, ну. Лево руль. Я спас его. Не, ну это, блин, просто красавца. Это было практически тут невозможно сделать. Вон идут, сюда идут, да, они? Идут сюда львовские тачки, да. Лидер в своем классе. А тут перекрыта немножко траектория. Так они парой и идут. Ходом не проходят, да, ходом? Нива в деле, вон она поднимается, тоже сейчас будет здесь. Смотрите, как технично и быстро. Будет пробовать ходом. Не будет пробовать. Нива поднялась. Не знаю, в чем там. Крутой очень подъем, хотя там луаз на руках заносили весной. Ваня, неуд. Плохо рыл, мелко. Ну, на полметра хотя бы, в следующий раз глубже. Запомнил глубину? Да. Не Валера, может, и прошел. Да, ну, класс другой.
Вот так, как нет бедблоков. Серьезно готова, но не просто ей. Сейчас Нива после патрулей посмотрим. Сантраки. Тут ребята подготовлены. Пилот тоже работает. Сейчас построят мост и проедут. Глянь, строят мост просто. Сложно с всеми монстрами. Поправь, Серега. Соревноваться. Серега, вот тут поправь, вот это чуть-чуть. Вот так, да-да-да, отлично. Смотрим. Попадает четко. Сейчас на коксе будет выскакивать. Вот так вот. Просто. Зачем? Не, откиньте в сторону их просто и все. Только если кто станет, скажет, как это же выйти. А нам там надо будет. Если там надо будет деревья, по-моему, блядь. Не, еще сухо, ты сказал. О, это не так. Да. Хотя бы туда под краем не брал. Да, там уже разрыто. А кто-то сумасшедший там Тойоту поставил. Только за что они лебедей? А за что? Пока неизвестно. За Тойоту лебедить, наверное. Штурман быстрый, но... Валера, колесами помоги! Дерево на последнем дыхании. Да, не хватило дерева. Не выдерживаю деревья. Вертикальная стена полностью. Блин, блогер, ты все время перекрываешь кадр. Я люблю быть в кадре.
Я тебя сниму отдельно потом. Сантраки сейчас пойдут в дело. Трест, жилстрой один. Хо-хо, сейчас будет строить дорогу. Неожиданный ход вообще. Так, ребят, запаска полноценная. Вот и все решение. Лопата есть, подрыть эту часть, подрыть. Тут буквально чуть-чуть лопатой поработать. Пару минут и все, можно заехать будет реально, ничего не ломая. Так упирается отрицательный угол там. Через мост идет лебедка, в этом плане было бы сейчас легче. Тоже решение. Колесо меняется. Большой экшен. О, открыли дорожку. Нормально. Пацаны, быстрее колесо. Серега, быстрее ставьте, пока дорога открыта. Мы сейчас поставим. Лебедку цепляй. Дефендера лебедку бери. Что делать? Переворачиваемся вместе или сам? Лебедку цепляй. Своей лебедой поставьте его, Серега. Валера, фотку на аватарку, Валера. Есть. Фотка на аватарку. Да я тебе отдам, если у нас закрыт. Давай задняя лебедка сейчас стоит. Да, через шаттл. Нормальный экшен. Броска не вижу. Через уцей туда же, да, Валера? Ты уже поставили на колеса. Ну, интересно. Тот на третьем круге, тот на втором круге. Тот может сейчас догнать. Смотрит, что будет на этом, на болоте. А теперь на крест... Смотри, а теперь на крест лебедки пойдут. Что, ты фонарик достал или что? Трогу. А, я думал, фонарик в темноте готовится. А, теперь буду доставать это, сантрек. Нашли сантрек в болоте. Валер, как они проскочили, да? Какая не посмотрим. Там техничка качает колеса еще на ходу. Ребята, лебедки на скрест! Прототипы. Не, Валер, Валер, через крышу. Блок есть? Через крышу, да. Да там же вон шаклы приварены. Через шакл просто надо и все. Уходим, уходим.
Они с антрактом приставали второй. Не. Да. Да? Он ищет. Это не. А, он ищет. Вот он не ищет. Ищет. Это не их. Тут у него просто шутров натянутый. Да, красиво все. Шакал на крыше, это специально вернуться на колеса. Не-не, в него, а. Там где-то спирт какой-то. Задняя лебедка, передняя механика. Яма короткая, надо длиннее копать. Вадим. Нормальная яма. Но глубже. Глубже и длиннее, тогда будет лучше. Оно безопаснее. Валера, цілий, все цілий. Да я нормально, мягкий приземлений. Ти даже и не понял, что случилось, да? Что? Ты даже и не понял, что случилось. Как бы штурман не сказал, что вы порвали. Валера выгуливает Бобика, фото называется. Слышь, надо... Отой пітяни. Отой заблокировал. Отсюда заблокировал? Ну, вон аж лихать. А это ты сейчас электро тянешь, да? Да. Так ты почти выехал, елки. Садись быстро. Так как же заведешь? Ну, кстати, да. Надо подождать чуть-чуть. А он же не на крыше. Блин, так ты выехал, Валера, елки. Все, и наверху выехал. Это вот такая технология, мы не поняли. А, это тактика была. Да. И выехал, видишь? Это у Валеры тактика такая была. Через Ваньки Станьки, да? Ты же не на крышу лег, оно ж пало на бок тебе масло. Сапун с какой стороны? Надо подождать чуть-чуть. Все равно, да, наверное? Он успеет заглушить. Тот третий, тот второй. Но морда тоже на втором кругу, поэтому он с ним еще в паре. Если приедет тут морда. Выкинь сигарету, пожалуйста, давай доедем. Двумя руками. Слева едем. Не, не, все нормально. Лебедой пусть подтянет вперед. Лебедку сзади! Все нормально, все правильно. Подтянулся, коснулись колеса, отпускает. Нормальный аппарат. Да, там. Выглянь из окна, смотри, куда ехал. По краю так смотрю. Еще левее. Теперь право. Право. Натяни, давай. Молодец!
Техничка повезла колесо в ремонт, а вдруг еще пригодится. Виталь, сюда подойди. Виталь, за лентой поговори, как колеса.